А в соседней Ивано-Франковской области делят имущество. За здание городского рынка и крупного торгового комплекса ведут борьбу пайщики и руководство кооператива. Кто побеждает, разбирались мои коллеги. Огромный крытый рынок и торговый комплекс площадью более 3500 квадратных метров. Это имущество Снятинского потребительского общества. Более 500 человек не один год вкладывали сюда деньги. Но недавно пайщики узнали, что здания универмага и рынка им больше не принадлежат. Універмаг побудований на кошти Снятинської громади. Без відома пайовиків це майно передають у статутний фонд новоствореного підприємства. Люди уверяют, сделка провернула руководство кооператива. По их словам, председатель и члены правления самовольно внесли изменения в документы, подделав протоколы собрания. Галина Сваричевская, одна из пайщиков, рассказывает, участие в собрании не принимала, но на всех бумагах стоит ее подпись. На цих зборах я не була, підпис з списку не мій, але по протоколу зборів по дільниці номер 2 значиться, що я виступала, мала виступ, я відкривала ці збори, але фізично я не могла на них бути, тому що я не була на цих зборах. Несколько месяцев назад, оценив здание универмага и рынка в 1 000 000 гривен с копейками, руководство Снятинского потребобщества перевело их на баланс другой компании. С коллективной формы власності тут приватну, це вже є приватна форма власності на даний момент. А без загальних зборів вони не мають? Без загальних зборів. Пайщики уверяют, что таким образом уже разошлись по рукам десятки других объектов, как в городе, так и в районе. Но руководство потребобщества все обвинения отвергает. Судова справа ведется, и будут доказы, и все, были сборы. Слушайте, вы мне тут не устроите допит, я буду отвечать на то, что относится до моих питань, особисто. Все, питання закрыто. В облпотребсоюзе тоже немногословным, говорят, пока разбираются. Пайщики тем временем оббивают пороги полиции и судов. Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного завладения имуществом Снятинского потребительского общества. А вся недвижимость пока под арестом. Любовь Кукла, Жанна Дучак, Зиновий Автанас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область.